строить с 2017 года. 31-й дом в микрорайоне Запад-1 – объект проблемный. Его строительство откладывалось 5 раз из-за нехватки средств. В этом году процесс наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Долгострой продолжили возводить. На данный момент прокладывают коммуникации, электропроводку и отделывают фасад. Устанавливаются котлы и проводится канализация. В настоящее время кровельные работы завершены, фасадные работы завершены на 90%. Ведутся внутренние отделочные работы, устройство инженерных сетей и благоустройство территории. Дом будет сдан в этом году. Работы по его достройке находятся на контроле министерства. График выполнения работы отслеживается. Дом готов на 85%. Его планируют сдать в сентябре этого года. Это событие станет долгожданным для 104 дольщиков. Средства на строительство поступили из региональной казны. С помощью субсидий погасили процентную ставку. В очереди на сдачу стоят еще несколько домов группы компаний «Запад». 32-й, 45-й, 41-й, 42-й и 16-й. Виктория Чиркова, Даниил Цурков. Новости Улправды ТВ.